наша очередная обновочка. Вон как четенько торчит. Торчит вообще. Как родной. Как родной вошел. Тут такая дырочка есть специально из салона. В багажнике можно пивать. Мы так когда-то с подобной дырочкой в командировке, куда сюда приезжали в 2015 году. В Приусе, по-моему, это было. Или в Крайслере. Держали здесь вискарь в багажнике, потому что в салоне нельзя. Вот. А там уже стаканчики из-под кофе в салоне сидели. Мы так руку сюда запустил, бутылку достал, стаканчики налил, бутылку обратно в багажник. Ну а сейчас вот четенько сюда поместился. Новенький ковер, который пойдет туда, на деку, в беседочку. Чтобы Витя спасибо сказать. Витя, спасибо за ковер. Вот он. Вот он. Если бы не ты, Валерий, 7 на 10, да. Мы бы не знали, что он есть такой. Да, мы вот повесили лампочки еще по периметру. Добавили. Ой. Вот. Ну и те, которые висели над дверью. Тебя, папа, закрывает эту сторону, в принципе. Ты здесь уселась прямо как торт мой. Но он ниже. А ты думаешь, ему торт твой может?